Хорошо, я второй месяц. Я говорю, ответа нет, нет. Я молюсь, ответа нет. И один раз только ответил, ответа нет. И сразу ответ. Я и ответ даю. Говорю, ответ пришел. Людям это настолько непонятно. Как это? О Боге говорите, как будто почтовое отделение какое-то. Очень просто. Я открываю место Писания и говорю, мне на сердце Бог положил, что это место, это вот, ты его возьми и пойди к батюшке, к своему духовнику. И помолитесь вместе. И как батюшка скажет, так и поступи. Что я взял на себя лично, скажи? Ничего я не просил, надо. Я непрерывно молился Свита об этом. Батюшка сказала, и пока живи здесь, а то видно было. Я говорю, так и поступи. Да я тут уже и чуть ли не квартиру купил. Я говорю, тогда зачем ты искушала Бога? Батюшка сказал, итальянский, он там, да, он сказал, вопрос снятый. Надо научиться все время размышлять критерии Божьим, как вот Серафим Саровский говорил, чтобы ум плавал в Евангелии. Только сказал что-то, а ты сразу, ага, а вот это с этим связано. Вот здесь и было у нас в воскресенье занятие, ну я пришел, а второй у него видик не заработал. А мы записываем занятия, они очень полезные, выставляют. Идут люди, я говорю, вы скажите, что я поехал. Я не знаю, где он. А он картошку грузит, тут приехала машина. Я вернулся, кое-как нашел, где этот. Приезжаю, а они уже 3 минуты, как начали занятия. Я остановил и говорю, остановитесь. Давайте начнем сначала, что как молитва, да воскреснем, это сказать, Царю Небесной. А батюшка тут был на занятии. Батюшка говорит, ну что тебе это? Он никогда ничего не записывает, у него ни одного ролика нет, а у меня 5500. Это же большая разница. 5500 напротив тысяч напротив нуля. Ну а все, значит, ну, батюшка сказал, ну я сел тогда, а они начали, занятия-то идут, а занятия идут по блаженному Феофилакту, а дальше-то нету. Главное к жизни привязать-то. А если я буду это знать, а меня это не касается, я просто знаю, там было. А когда я знаю, что я там иду, и мне каждый день надо ориентир туда держать. Теперь они обращаются, я не отвечаю. Кто-то обиделся или кто-то. Зачем? Вы без меня начали, без меня заканчиваете. А им в конце сказал. Я говорю, знаете, вот что такое не дождаться? Пророк Самуил Саулу сказал, жди, я принесу жертву. Одну не дождался, принес. Принес. Почему? Говорит, народ начал разбегаться. У вас тут кто-то ушел в занятие. И он не дождался. Он говорит, Бог отнял от тебя царство. Да ко мне со слезами в эту ночь приходили люди, кались. Как же так, мы начали. Я говорю, ты сел не на свое место. Встал он, ни одного слова-то не может. Он только читает, вот и до. А оно не трогает. Необходимо просто Слово Божие живо и действие, чтобы оно заговорило конкретно со мной на сегодняшний день. А это уже Дух Святой открывает. Оно прямо вот в точку будет идти. А как-то знать? Это нельзя знать. Это Дух Святой открывает. Это миссионерские отделы этим не занимаются. Они не знают. Благовествовать ты можешь, но это не миссия. Миссия – это труд Духа Святого. Бог открывает и приобретает. Как, я знать не знаю. Вот у меня один день, второй день, там руководитель сектантов. Я вот ваши слушал, я вышел из сектантов, теперь я православный, готовлюсь стать священником. Второй пишет, там третий. Как, я никого не знаю. Вы мой духовный отец, понятия не имею. Что за отец? Я дал не свой материал. Я во всем вижу, что промысел Божий был. Вот, допустим, канон Андрея Крицкого. Ну, считает же каждый Великий пост. Ну, хороший канон. Я слушаю, что написано. 900 лет назад. Андрея Крицкого 1200 лет уже. 1200 лет на одном месте стоит. А как? Он покаянный, он для оглашенных написано это. А почему? А вы не знаете? Скажи, 50-й псалом, почему Давид написал? Потому что грех был. Нафан обличил его, он раскаялся. Помилуй меня, Боже, по великой милости твоей. А Андрей Крицкий подписал анафему 6-му Вселенскому собору. И когда понял, он вернулся и написал канон. Это канон покаяния. А у нас молитва-то 3 ступеней. Вторая ступень – это благодарение. Третье – словословие. Это вся жизнь на этом стоит. Где оно? Нету. Я решил этот канон переписать на благодарение. И третий вариант на словословие. И когда у нас стали молиться, народ после моления, а же длинный канон-то, мне народ не хочет уходить. Зайдут, трапезные поют и поют. Это душа трогает. Никто не догадался до 1200 лет. А почему? Я говорю, слова, чтобы понять людей. Потому что я не родился еще. Ой, как о себе думаете? Тебя тронуло, тронуло. Ну почему же ты не написал?
почему за Толстого никто не насчитал? Я вижу, его надо распространить, люди не знают. А теперь у меня благодарность от архиереев из монастырей. Я, говорю, за время поста 4 тома прослушал. Я, говорю, за всю жизнь, говорит, том не прочитал. А я, говорит, наушники надену, говорит, гуляю там в епархии, это выйду и слушаю. Так я-то не лучше чтец. Какой голос там образования. Ну, я искал хороших чтецов, и одного нашел, баптист. А он бывший следователь КГБ. Серьезный такой мужик. И он стал читать. Читает и Жене говорит: Наташа, если это правильно, тогда можно не церковь. Дальше начал. Наташа, так если так, так мы тогда и не спасены. Тела-то Христова нету, литургии-то нету. И он тогда встает, ради еще 67, а там был Никонов Алексей Дмитриевич. И говорит: Алексей Дмитриевич, а у нас вот вечер совершается, у нас хлеб остается хлебом или присуществляется тело? Он отвечает: да это, если хотите, тело, это у православных. Он говорит: благодарю, Наташа, вставай, пошли. И все, сейчас священником работаю в Иркутской епархии. Да, да. Понятно? Вот это Бог делает как. Серьезный такой батюшка. Когда мы ехали на восток, он говорит: ну не люблю, вот вы снимаете, и как ты? Я говорю: отец, это для других. Обратно едем, он уже специалистов призвал, на треножниках, все, он его стоит. И все беседы, все в интернете выставлены, и вы его найдете. Зарядите только. Толстенко Василий, город Тайшет. Там он служит. Видите как? А вот, вот это самое слово-то, что именно на него я вышел и дал ему читать для записи-то, это я не знал. Это Бог положил на сердце. Там были люди, которые считают по-другому. Он когда начал считать, и мне сказали: пересчитайте. У него не идет. Он считает, как рубит, как военный он такой есть. И мне пришлось пересчитывать. Но сработала другая сторона, о которой не думали. Он сам дошел до этого. Не сам. Господь дал ему это. Вот когда начинаешь говорить, вот всегда завидует. А что вы о себе говорите? Это жизнь передает. Павел говорит, продлил слово за полуночи, когда Евтихий упал. Почему? Он говорил, что Бог сотворил его руками, где люди обратились, какие были испытания. Это вживе пришел человек. Ну, допустим, я буду рассказывать вам о космосе. А пришел космонавт, кого будете лучше слушать? Он говорит: я видел восход, 18 раз облетел Землю. Это Герман Титов, он увидел это все. Нам интересно того очевидца увидеть. И когда ты это пережил, ты очевидец. Сейчас спрошу. Оля, а? Там это с девочками Елена здесь, нет? Нет, нет. А ну узнай там, где она. Ну, сейчас узнаю. Нам надо место. Может, у меня там где-то. Надо узнать, где нам это. Вы увидите, пойти побеседовать. Да? Надо батюшку найти. Нет еще. Елену эту, вторую. Хорошо, батюшка-то в доме, ждут нас. Ну, мы найдем его. Вам интересно? Да. Это практика, это образ. Одно дело говорить, ну, заучил там, и другое дело ты должен на себе испытать. А то Анфим Никомедийский боится бороду отпустить, боится галстук снять. Я про Осипова говорю. Ты профессор, сколько ты их перепортил, студентов-то? Зачем бреешься там? Скоро 80 лет, и все скоблится стоит. Две мамы в доме или что? Да мужчина без бороды, говорит, жил не человек, умер не покойник. Их таких на кладбище не хоронили, а как псов смердящих за окраиной. Бороду только, бороду, и то не... Ну, смотри на Христа, совершенный образ человека. Пойди по иконам посмотри. Ну, где ты нашел? Ну, Серафим Саровский, Сергий Радонежский. Ну, всех подряд посмотри. Владимир, Константин даже. Нет безбородых-то. Безбороды, а там молодые, там, Пантелеимон, Иоанн Богослов. Не надо выдумывать. А то размахивается. Я вижу, вот вы там руки поднимали, это между делом-то. Руки поднимать надо выше. Выше головы обязательно. Как говорят, поднимите руки. И когда голосуют, так не поднимают. Обязательно же голову. Я спрашивал. А вы слышали такого отец Геннадий Фаст? Фаст. Слышали? Он в моем доме пришел, обратился. Менонит. И он везде об этом говорит. Когда я красил там базу одну ремонтировал, он внизу мне держал банк, и в это время я ему отвечал на вопросы. Лена! Лена! Батюшку возьми и пошли беседовать. Гостинцы. Сейчас подожди. Сейчас.
Еще не едете? Ну, сейчас чай пьем и едем. А что? Клубничку немножко соберу там, покушайте, и в дорогу вам. Ну, спаси Господи, да. Матушка. Смотрите, чтобы... Уезжайте. Ну, да я дождусь вас. Ей 90 лет. Она молится, молительница. И вот когда разговариваешь с человеком, он не испытал. Вспоминаются слова Григория Ниского. Это брат Василия Великого. Умерла сестра, она канонизированная, Макрина. И он стал говорить, как она болела, какой-то верит. Я не знаю, что там верит. Опухоль какая-то или что-то. И как она исцелела. А люди не верят. Он, да, говорит, люди верят только в то, что сами могут сотворить. Если ему это не под силу, он в это не верит. А мы должны верить. Вера – это осуществление ожидаемого, уверенности в невидимом. Я не вижу, но я верю в это. Я верю. Я просто верю. Писание так говорит. Понимаете, верить в это надо. Вот когда разговариваешь, есть такие материалы, протоколы сионских мудрецов. Ну там, как мир это будет, как что. Вот. Я говорю, а почему не верят в это только полукровки евреи и евреи? А, это подделка царской охранки. Я говорю, так, ну, идет-то по написанному, как у них. Вот эта финансовая система, банки, руководство, вот это вот города. Все так и идет. Вот этот терроризм искусственно придуманный, чтобы людей зажать и сделать. Ну, ну, это придумано. Скажи, а вы верите Писанию? Конечно, я верующий, писатель. Я говорю, а если верите, то вы верите, что 3,5 года будет один человек над миром править? Ну, написано. И верите, что он будет еврей? Писание говорит, с колена Левиина. Ни цыгане, ни русские будут править миром. И столицей мира будет не Вашингтон, не Москва, а Иерусалим. Это 17-18 глава Откровения Иоанна Богослова. Ну а как же тогда не верите? Если вы верите, так она в один день это придет, или надо подготовку делать. Даже в одном городе, вот, возьмем город один, ну, допустим, Барнаул. Но нам охота, чтобы вот в нашей квартире был порядок, я говорю. Порядок. Не воровали, не лгали, не изменяли, послушные дети. Конечно. А чтобы это было в подъезде, в одном, все до одного. Ну, что-то, это вообще здорово. А во всем доме, все согласны. А во всей улице, во всем городе, а во всей стране. А есть люди, которые думают, что во всем мире был порядок. Давайте мы их поймем, масонов. Ни одного убийства не будет. Потому что куда бы ты ни пошел, везде твой путь вычерчивает. Легко искать. Не надо будет допрашивать никого. Это все будет. Так они к этому и подводят. Но только через то, что вместо Бога сядет в храме, как Бог выдавает себя за Бога. Как будто все знает. И тогда поразить его явлением своим пришествием. Иначе, давайте с их стороны масонской посмотрим на них, да, не как на злодеев, а как они думают сами по себе. И тогда нам станет понятно, что вот мы-то и должны показать жизнью своей, без всякого руководства, руководимое Духом Святым. Мы четко, определенно знаем цель. Служение Богу, который создал нас, который дал нам все для благочестия и наслаждения. А какое наслаждение? А все. Видишь, приятная пища, вкусовые качества. Запах приятный, в носу сделал обоняние. Понимаешь? По вашей приехали. И на ощупь. Все 5 органов чувств приятность доставляют. Лена ждет. Смотреть меня. Глаза где? Радуются, слушать симфонию глаза, уши радуются. Это Бог. И куда ни поверни, Бог. И все во всем Бог. И когда ты людям это сумеешь показать, он, я говорю о ребенке, я занимаюсь с детьми, вот в ребенке пробуждается другая сторона, которую он сам не знал. И надо наблюдать, что он больше всего любит. И в этом направлении попытаться помочь ему. Он, может быть, естественно, испытатель будет какой-то. У нас ничего этого не делается. Игнатий Иванович, вы сказали, с колена Левиина будет, с Данова же? С Данова, с Данова, да. С Данова, я ошибся, я просто оговорился. Так, надо узнать, где Лена находится. Вон Сергей пошел узнавать. А? Сергей пошел узнавать. А у вас как, это, сюда кто-то направил кто-то или отпросились? Или... Как оказались у нас-то?
Да, владыка Сергий направил. Я же у вас ни разу не был. А как он направил-то? Это сам или вы как-то на него вышли, чтобы он направил вас? Да почему? Я как раз-таки председатель вашего любимого миссионерского отдела. Поэтому владыка сказал, давай, собирайся и езжай. Не, это все с одной стороны понятно. Вот таким образом и оказался. Если уж Дворкин там хозяйничает, то там еще нет. Просто зарядите Дворкин, одно слово в интернете, и вы ужаснетесь, какого человека 20 лет мозги пудрил. Он всех друг на друга натравил. Я один раз только его услышал и понял, чужой человек. А сейчас при затесавшемся в число граждан, перессорил всех людей, извратил веру, и все отдельно там занимаются профессора, и притом все документировано, показано. Там, это конец его. Конец этого. Уже дальше он не вылезет. А он сидел бы тихо, там молился и. На меня документированы, ни одного они не могут ролика создать никак. А почему? Нет, ничего нету. Я однажды иду, хорошо знакомый журналист Черников Александр Тихонович. И говорит, мне, говорит, статья заказанная на вас. Я говорю, от кого? Радиостанция «Свобода», Англия, Великобритания, заказали. Я говорю, какой? Отрицательную. Я говорю, еще две недели пишу, ничего не пишется. Да ты же был по деревьям, даже у нас еще это. И вдруг что-то с ним сделалось, он исчез, его нигде нету. То ли деньги не отработал, то ли еще исчез, вообще нет. Нету уже лет 15. Ну иди рассказывай. Ну это меня угостили. Ты поняла, что это такое? Ну это карпы те, которые запустили. Да. Да прекрасные. Да вот тут вырос такой. Ой, вообще. Я вчера шею крал, думаю, надо рыбу сюда запускать. Если а будет вода, уже... вода здесь и проще, то он вот такой вот будет. Да, да. Да. У нас поймали как-то тут 9 килограмм. 9 килограммов. А на зиму-то вы, его же, наверное, нельзя оставлять, он может замерзнуть. Не, задохнуться. Он не замерз, а задохнуться. Как, его? Как его? Командировку на другое озеро? Задохнуться может. Ну, продавливать, Да. У нас в клочках это было. Проходили, я это из школы уже вам говорю. Потом весной мертвые. А весной все всплыло, они вот такие уже были крупные, как поросята. И как их на берег все выбросило, там по всей деревне такие ароматы неприятные были. И даже свиньи отказались есть. Ну... Собирали, все вываживали, а их было много очень. Мы потом зарывали. Хорошо. Было такое что? Дело. Нашел? Все, потеряешь так. Такие уже. Ну, Сережа, да. Вот они. Надо место где-то найти, где побеседуем. Показать ей. Где она, Елена-то? Да. Она где была? Да. С Богом. Чаю, мы поехали. Ну все, поехали, да? Да. С Богом. Все заходите на наш YouTube, решили. На сайт, там все есть. На сайте перемену 50 книг моим голосом. Это потеряете? Да, я теряю. Вам будет очень интересно. Может, вы в моей мере там... Батюшка. Сказать. Батюшка угостил. Вы себя увидите, через неделю будет выставлено. Я говорю, не возьму, два, один возьму. Да я знаю. Ну, мы плохое, не, я никаких комментариев не даю никогда. Просто как есть, чтобы была видна жизнь. Все. С Богом. С Богом. Все озеро раз.